Посмотрим, что у нас происходит на крыше. Так, гидроизоляция. Лотки. Лотки со стяжкой. Сейчас посмотрим на ровность стропил. Это у нас септики. Это вообще они чистят. Вася, обзол надо. А, это не обзол, это уже сняли. Имеется в виду, вон, видишь, луч закреплен. Здесь. Вода не стоит в этих лотках? А? Нет. Нет? Уходит? Вась, ты уровень проверял? Вот что я думаю. Я по наклону, там прямо видно по наклону. А, проверял. От центра? Да. Отсюда даже визуально можно посмотреть. Разводка пошла. Так что, Саша, смотри внизу, видишь, у тебя делают стяжку. Итак, дорогие друзья, я на объекте, хочу вам снять лайв-видео, показать новый объект, который сейчас в работе находится. И я не буду здесь раскрывать тайны, что здесь делается и так далее, что мы будем делать, потому что это все будет в видео, над которым мы работаем. Вот. И я просто вам немножко приоткрою завесу тайну, покажу, что здесь довольно-таки большой объект, работ здесь много. Здесь еще мы вот, например, снизу варили металлоконструкции. Здесь внизу будет бассейн. Видите, здесь кровля не должна иметь подпорок. Металлоконструкции мы делали и так далее. Здесь разноуровневая кровля будет. Видео будет очень интересно. Здесь будет несколько серий по этому объекту, который находится в Тульской области. Да, хочу рассказать в лайв-видео в этом, рассказать о лучевой балке или хребтовой коньковой, которую мы здесь сделали. Может кому-то пригодится. Мы использовали двухплоскостную лучевую балку. Вообще, по проекту, здесь у нас идет доска на хребты, на лучи 100 на 200. Она как бы тяжелая, ну, в принципе, можно ее ставить, но мы решили сделать лучше двухплоскостную систему лучевой балки. Она делается из двух досок 50 на 200, которые устанавливаются V-образно. Это раз. А почему она двухплоскостная? Потому что сторона этой доски находится в плоскости этого ската кровли. А эта часть балки находится в плоскости этого ската кровли. Во-первых, это удобно по монтажу, потом подводки стропил к лучевым хребтам. И плюс, балка от этого стала легче и прочнее. Она имеет как бы принцип двутавра или швеллера. Как бы у нее получается три... сверху 4 ребра. Раз, раз, два, три, четыре. Еще V-образно. Ну, я в следующих видео вам обязательно расскажу. Уже будут с ним, ведем полноценную съемку. Здесь много чего рассказать, много чего интересного. Хорошо, не буду забегать вперед. Хорошо, Василий, помаши ручкой. Хорошо. Здесь кровля порядка 600 квадратных метров. Будет фальцевая. И есть участки из меди, которые мы будем делать. Это непосредственно вот эти лотки. Лотковая система водостока здесь будет. Вот это здесь будет медь уложена с пайкой. Будет интересно. Остальная будет фальцевая кровля. Я кровля многоярусная на этом доме. Так, ну что, поехали за газом.
Сейчас мужикам надо газ заправить, газовые баллоны. Здесь один слой сделали? Да. А, тогда стропила жестко. Мы пока не крепим, они висят у нас. Они вас задерживают, что ли? А? Ну делайте вот, а здесь же два слоя. Никто тут никого не задерживает, нормально все, сейчас разберутся. Да. Это вот наши плотники из Костромской губернии. Здорово, Кострома! Вот, молодцы. Так, слушай, ты что в тапках? Мне делают замечание в видео, что рабочие в тапках на крыше. Скажи, почему ты в тапках? Терпеть не могу обувь. Терпеть я зимой в тапках хожу. А он тебе журнальчик расписался? Да? Откуда лоток будет заливаться? Нет, он речь не об этом. Здесь лоток залит. Пускай скажи, чтобы вот этот лоток подзалили вот туда, чтобы он ушел под крышу. Ага. Здесь у нас кровля будет, она с двух сторон. Мы закроем. Вот это надо подзалить. С этой стороны и с той. Это один момент. Так. Меня еще интересует, как кровля здесь пойдет. Вот они вопрос задают. Кровля, по смотри. Кровля пойдет, вот смотри. Отсюда она идет в этой плоскости. Видишь, у нас сварная конструкция. Это дураку понятно. Доходит до сюда. А представитель заказчика, вот сейчас этой кучи убрать, что от этой стены, здесь она крутой участок будет, вот на этот лоток будет падать. Там будет строиться стена из кирпича, как бы фальш кровля, здесь балкон будет. И стены из кирпича подымут, и туда уже лучи стропил будут тоже в лоток падать. Вот так как бы обходить будем участок. Ну вот с этим узлом надо покумекать, конечно. Вот так у нас кровля выходит из-за угла, вот она идет. Вот здесь что-то, да, яндовочка вот будет. Здесь вот такое. Это же выше, чем та. Еще да, получается. Да. Что-то напрашивается какое-то. Ну это вас, да. Это надо решать в режиме онлайн. Да. Скорее всего. Пойду я гляну. Он хочет понедельник. Понедельник? Ну? Да. Так. Вась, там грунтовкой металл не докрасили. Докрасим. Значит, будет. Ну, докрасим. В общем, я не буду объяснять сейчас, как. Где оно будет? Ладно. 10-15. Так, Вася, сроки, давай. 10. Мы уже немножко от графика отстаем. Да, но сейчас мы на самом деле в него постепенно войдем. Пошли.